Печальная новость. Ушел из жизни заслуженный артист России Николай Поляков. Об этом сообщили в пресс-службе Русского театра. Актер, заслуживший любовь и признание нескольких поколений зрителей, оставил неизгладимый след в творческом наследии театра, говорится в сообщении. Николай Поляков в 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1975 года работал в Академическом русском театре имени Вахтангова. В 2010 году был удостоен «Золотой маски Осетии» в номинации «За честь и достоинство». Награжден медалью «Во славу Осетии». Николай Поляков – народный артист республики, лауреат премии имени Коста Хитогурова.